В 2001 году лучший друг Джейкоба погиб в автокатастрофе. Следствием этого явилась странная цепь событий, в результате которой Джейкоб приобрел способность очищать людей от того, что считалось одержимостью. Вскоре удивительные способности Джейкоба заметили религиозные деятели. Священники стали обращаться к нему за помощью в проведении ритуала очистки жертв дьявольской одержимостью. Этот случайный экзорцист провел более 1000 обрядов по всему миру. Вы станете свидетелями поразительных событий первых обрядов, проведенных Джейкобом. Все имена и названия были изменены с целью защиты личности жертв. Одержимые.
ничтожный кусок дерьма. Ты отправишься в ад. Кариса, ее тело. Слышишь меня, Касс? Это твое тело. Не противься. Кариса, даешь разрешение? Нет! Так надо, Касс. Ты дашь мне согласие? Ни за что! Я знаю, ты в Карисе. Мне нужно дозволение очистить тебя. Она не позволит тебе. Хватит, Касс. Ты знаешь, что делать. Подай свой голос. Ты меня слышишь, Касс? Эй, будь умницей и дай разрешение. Нет! Никакого тебе разрешения! Тело. Чье это тело? Мы смеемся над тобой. Она не разрешала. Отвечай, чье это тело? Пошел ты, Джейкоб! Чье это тело? Слушай нас, говнюк! Чье это тело? Наше! Чье это тело? Пошел! Чье это тело? Тело этой женщины не твое! Выходи! Стоп! Это тело наше, оно не твое! Ваш! Это не твое тело, дьявол! Приказываю тебе выйти! Изыди, демон! Изыди! Изыди, демон, из тела! Борись, Кариса! Изгони эту нечисть из своего тела! Пошел ты! Тело наше! Помоги, Джейкоб, прошу! Заткнись, тварь! Чье тело? Говори, Кариса! Чье это тело? Мое! Это тело Карисы! Тело мое! Изыди, демон! Это мое тело! Ты в порядке, а? Я здесь.
Я с тобой, детка. Давай, давай. Вставай. Тебя больше никто не тронет. Обещаю тебе, никто. Да, люблю тебя. Чертов пес. Не слышала. Рад тебя видеть. Ты к Джейкобу? Да. Он здесь? Да-да. Он у Дина в мастерской. Ладно. Пойду поздороваюсь. Иди. А тетя Касс? Ты в порядке? Плохо спала. Ночь была еще та. Перепила. Да. Ну, пойду к Джейкобу. Давай. Слушай, напомни ему, чтобы он не забыл сходить в винный. Да. Хочешь заставить старушку бегать? Чудеса случаются. Тебя каким ветром занесло? Еду в город, дай, думаю, заскочу к любимому дяде. А дед прям как в гости. Пойдем-ка, вдарим по пивку. Да тут ребята в город собрались. Вот я и решил их догнать, поехать вместе. Ладно, не впаривай чушь. Знаю, зачем ты таскаешься по клубам. Не ради приятелей, а из-за той горячей офигенной диджейки Чики. Так ведь, да? Что скажешь? Когда познакомишься с очаровательной леди? Как там ее зовут? Атали, и скоро. Натали, да. Атали. Атали, без «н», только «а». Ненавидит, когда говорят неверно. А, надо Атали. Атали. Да, это немного по-другому. Да, по-другому. Тогда жду встречи. Да, она потрясающая. Хотя ее демонов не помешало бы отвадить. Да всем нам. Дядя Джейкоб, я не вмешиваюсь, но почему у тети Касс руки забинтованы и в доме будто циклон пронесся? Что случилось прошлой ночью? Тебе можно доверять. Ты будешь молчать, но твоя тетя пыталась покончить с собой прошлой ночью. Все плохо? Да, дружище, все плохо. Я не могу остановить их нападение. Каждой очистки хватает лишь на несколько недель, и они вновь нападают, понимаешь? И скажу тебе, они обретают силу. Происходит что-то страшное, а она, как магнит, притягивает этих тварей. Так она в порядке? Сильно порезала? Порез неглубокий. Повезло еще, что я появился вовремя. Слава богу. Ты что, хромаешь? А, это... Да наступил на стекло. Ерунда, не страшно. Все в порядке. Да. Дядя Джейкоб, ты не думал, что мы делаем что-то не так? Может, нам стоит просто остановиться? Вдруг это мы являемся причиной бед тети Касс? Слушай, я делаю дело, ты же понимаешь. А вот избавил ли я ее от маниакальной депрессии и изгнал демонов... Или же загнал демонов в маниакальную депрессию, я не знаю. Если я остановлюсь, не станет ли хуже? Если продолжу, вдруг она умрет. Возможно. Понимаешь, я получил этот дар от Бога. Такова моя миссия, и я должен ее выполнять. Да, но какой ценой? Не думаю, что вы с тетей Касс сможете продолжать это. Да, да, знаю, одержимость становится все опаснее. Тот демон прошлой ночью. Должен сказать, что ничего подобного я раньше не видел. Он был крупнее и сильнее тех, с чем мне приходилось иметь дело. Да и тебя рядом не было. К тому же еще и Сав звонит, говорит о новой заявке на чертово очищение на этой неделе. Четвертая за месяц? Две на этой неделе, включая тетю Касс. Раньше такого не было. Да, да, знаю. Это впервые.
Эй, ты послушай. У меня такое чувство, что нечто поистине ужасное скоро случится, понимаешь? Реально плохое. Что-то большее грядет. Что? Не знаю, плохое предчувствие, знать бы. Не волнуйся за нас, Татикас, все образуется. А ты поезжай, веселись и скажи Атали, что я хочу с ней встретиться как можно скорее. Ладно, надо бежать. Хочу застать ее до прыжка на сцену. Тетя Кас просила напомнить тебе о бутылке, но, строго говоря, лучше повременить пару дней. А ты веселись и помни, чтобы не заразиться, надо защититься. Мне уже не 18, дядя Джейкоб, спасибо. Да знаю. Пока. Давай, пока. Пойдем, пора. Ну как, старик? Да, все очень даже хорошо. А личное пространство? А? Так, детка, что значил твой дикий визг в конце выступления? Я впечатлен, надо сказать.
Я их опять видела. Не может быть. А ты уверена, что не напилась в дрова, детка? Я не осуждаю, просто завидую. Ау, ты что? Ты сказала, что опять видела их. Кто они? О, господи, неужели она тебе еще не сказала? Что именно? У мисс малышки-тусовщицы есть странная темная сторонка. Атали, о чем это он? Ладно. Я не спятила, ясно? Запомни это. В возрасте лет 6, где-то так, у меня появились видения. Какие еще видения? Призраки? Нет, не призраки, а скорее чудища или демоны. Это я считаю их демонами, но не уверена, что точно я вижу. Когда это началось? Столько, сколько я себя помню. Мое первое воспоминание очень страшное. Раньше я жила неподалеку отсюда, пока не переехала к тете с дядей. Мой отец, Николас Карлайл, его тетя считала хорошим человеком, но он изменился, когда мне было 6. Он начал пить, стал очень жестоким, и с потерей работы родители не смогли уже платить ипотеку. Мы готовились к переезду. В доме все было собрано, везде коробки. И однажды ночью он сошел с ума. Помню, сижу на полу в коридоре, а отец кажется мне таким большим, словно занимает все пространство. И вот он идет по коридору, там темно, но я помню все очень четко. Его лицо исполнено ярости, на щеке у него кровь, но это не его кровь. Это кровь мамы. Он схватил ее за волосы и тащит, а она кричит, умоляет его не трогать меня. Он подходит ближе и смотрит на меня. Но это не мой отец. Это чудовище. То есть это мой отец, но уже и как бы не он. Он был другим. Щеки были другими, глаза черные, ну а зубы кривые и сломанные. Кожа странного цвета, покрытая язвами. Это был мой отец, но он был другой. Не знаю, что сказать. А что стало с мамой? Он потащил ее в ванную и задушил ее. Тетя с дядей пришли на следующий день. Они нашли меня спящей в коридоре, а отец лежал в постели с мамой. Она была мертва. Офигеть! Я раньше этого не слышал. Тебе нужна была психотерапия, пока ты росла. Видишь ли, сказали, что для меня нормально воспринимать отца монстром, потому что он таковым и был. Но у меня всегда были видения. А в последнее время они возникают уже через день. Ты что-то видишь и сейчас? То есть нет, сейчас ничего не вижу, но в клубе я кое-что видела. А что было там? Там был один демон, он привлекал мое внимание. Он знал, что я его вижу. Он стоял рядом с Орайаном, мы смотрели друг на друга несколько секунд, а потом он взорвался над Орайаном и его друзьями и исчез. Ты серьезно впариваешь, что стрёмный демон пустил газы рядом со мной? Хотя такое уже бывало однажды, когда я оказался среди свенгеров. Райан, нас не интересуют твои приключения. Ну ладно, а поскольку у нас время признаний, я вам тоже кое-что скажу. А, интрига растет. Прежде всего, я верю тебе, Атали.
Эти видения реальны, и хотя сам я их не видел, но знаю человека, который их видит часто. Я помогаю ему изгонять демонов из людей. Это бред. Нет, совершенно серьезно. Кто это? Помнишь, я говорил, что подрабатываю в клинике с дядей Джейкобом? Да. Так, это оздоровительная клиника, где делают массаж и очищение. Своего рода экзорцизм, где он изгоняет демонов из людей. Прости, а ты не объяснишь, что значит своего рода экзорцизм? Пару месяцев назад мы очистили даму от демона воровства. Что это за демон? Дорогуша, у нас сейчас здесь серьезный разговор. Так что, если не возражаешь, линяй. Простите. Да. Итак, эта женщина, Шаная, реально успешная бизнес-леди, очень богатая, но проблема в том, что она всю жизнь, куда ни придет, что-нибудь крадет. Это больно? Ничего не почувствуете. Она могла прийти в магазин с кучей денег, скупить все на полках, без проблем, но при этом должна была что-нибудь украсть. Милая, это не одержимость, а обычная хренотень. Это не совсем нормально, но я понимаю, о чем ты. И это не одержимость, а реальная болезнь. Называется клептомания. Согласен, это болезнь, но она испробовала абсолютно все, куда только не обращалась, бесполезно. К счастью для нее, бывший пациент Джейкоба порекомендовал его. Шаная, даешь ли ты разрешение очистить тебя? А? Да, я даю разрешение. Назови свое полное имя, дорогая. Вот чушь. Да. Я Шаная Уилкинс. Даю вам разрешение. Очистить меня. Шаная, это молитвенные четки. Хотите их взять? Да. Хотя я давно не молилась. Закрой глаза. И помни. Не пугайся, когда услышишь шум. Сейчас я буду настойчиво повторять, чье это тело. А ты отвечай. Тело Шанаи. Поняла? Да. Шаная, чье это тело? Шанаи тело. Отлично. Продолжай отвечать. Чье это тело? Шанаи тело. Так, еще раз. Давай. Чье это тело? Шанаи тело. Молодец. Получилось. Я отсюда не выйду! Чье это тело? Чье это тело? Пошел! Чье это тело? Ты чертова мразь! Отвечай мне! Чье здесь тело? Это твое дело! Чье это дело? Это мое дело! Это мое дело! Джейкоб, ты в порядке? Ой, да пошел ты! Экзорцист хренов. Несешь всякое дерьмо. Типа того. Хотя, вроде все не так уж и плохо. Работаем пару раз в месяц, но по какой-то причине, не знаю, эти случаи участились. Не гони. Вы серьезно хотите убедить меня в том, что его дядька зарабатывает изгнанием бесов, а он наподобие ученика Гарри Поттера или типа того? Чувак, а ради чего мне надо врать? И ты веришь? Атали, ты сказала, что твои видения участились? Да, значительно. Да, в последнее время и мы заметили увеличение случаев, и дядя беспокоится. Вообще-то, вам надо познакомиться. Да и он очень хочет встретиться с тобой. Было бы замечательно. Ты не представляешь, как
Для меня важно знать, что я не одна такая поехавшая. Хорошо. Мы завтракаем с ним в кафе на пляже завтра утром. Вот, я вас и представлю. Завтра? Да. Это будет круто. О, и я тоже приду. Волнуешься? Нет, я рада встретиться с человеком, который видит то же, что и я. Меньше чувствуешь себя чудилой. Ну, не знаю. По мне, так это жесть. Два чувака изгоняют бесов, и это их работа. Разве не жесть, а? Если бы я сама не видела чудища демонов, то сочла бы это безумием. Ты думаешь, Джейкоб просто гонит? Знаешь, хотя я считаю себя человеком непредубежденным, но вижу, как ты срываешься при виде этого дерьма. Так что нет, я не считаю, что он гонит. Эй, я вот хотела тебя кое о чем спросить. Давай. Демоны случайно в меня не вселились? Нет, не видела. Им такие ботанки не по вкусу. Привет. Привет. Джейкоб, это Атали. О, правда? Мне очень приятно. Мне тоже. А это ее лучшая подруга. Всегда с камерой, Надин. Джейкоб, очень рада видеть. Лиам о вас рассказывал столько всего. И что же? Одно вранье. А где Орайон? К 10 Орайон никак не мог подъехать. Я сама-то едва успела. Привет, Скайлар. Как дела? Порядок, дорогая. Как твои ночные кошмары? Благодаря вам ни одного вот уже как месяц. Рад слышать. Еще чашку кофе? Нет, нет, мне не надо. А вот мои новоиспеченные друзья не откажутся. Да, мне апельсиновый сок, пожалуйста. Да? Спасибо. А мне большие яйца пашот. Да, одну минутку. Давай. Да. Итак, Лиам рассказал нам о ваших сеансах, и это совершенно невообразимо. Девушка, попридержи коней, дай ему вздохнуть. Ты что? Ведь я не каждый день встречаюсь с настоящим экзорцистом. А, все в порядке, Атали, сейчас поговорим. Вы всегда могли видеть демонов? Да, хотя я не понимал. То, что я вижу, это зачастую просто тени. В половине случаев я считал, что разум разыгрывает меня. А когда вы в первый раз изгнали демона по-настоящему? Первое настоящее очищение я провел подруге моей жены, Карисы. Та пришла, постучалась в дверь и сказала, что происходит что-то странное. Она умоляла меня провести изгнание. Начнем. Помнишь, что делать? Происходит. Чье это тело? Хочешь меня потрогать? Это так хорошо. Нет, нет, никаких прикосновений не надо, нет. Анджела, ты, пожалуйста. Ты сиди спокойно, прошу. Спасибо. Чье это тело? Твое, твое. Можешь взять его. Анджела, Анджела. Нет, пожалуйста. Давай еще раз. Чье это тело? Чье это тело? Пошел ты!
не хочешь меня трахнуть, убери свои мерзкие руки от меня! Верите или нет, уже на первом очищении мне удалось победить демона похоти Асмодея. Да. Вот так. О, господи, это немыслимо! Вот так-то. Спасибо. Благодарю. Захотите что-то еще, скажите. Да, Скайлор. Все хорошо, детка? Дам тебе совет, детка. Не встревай между женщиной с похмелья и ее сытным завтраком. О, нам пора ехать, Лиам. У нас клиент через 20 минут. Да, едем. Увидимся. Рад познакомиться. Хочу еще раз услышать ваши рассказы. В следующий раз. Пока, Джейкоб. Пока. До встречи. Фух. Суета. Да. Точно. Динни. Вот засранка. Мать ваша! Что это с ним такое? Да, странно. Всем привет. Слушай, а что это за парень выбежал отсюда? Сказал, что его зовут Мартин. Услышал о нас от своего друга. Приехал и требует встречи с грёбаным священником. Так. Я говорю, у нас нет священника. А он хватает мою любимую ручку, и? Записывает свой номер на файле Дэмиана, бросает целую кучу визиток и выскакивает. А кто рекомендовал, знаешь? Нет. Знаешь его? Никогда не видел. Вот его номер. Хорошо. Удачи. Да. Как дела, Сав? Сойдет. Прошу сюда. Джейкоб, это Хелен, а это ее муж Дэмиан. Приятно познакомиться лично. Как обстоят дела после нашей беседы по телефону? Стало хуже. Гораздо хуже. Не так и плохо. Ты серьезно? Он пытался утопить лучшего друга. Пытался утопить друга? Да я вовсе не пытался убить его. Просто так получилось. Так получилось? Скажи еще, что это был несчастный случай в сочетании с головной болью, чрезмерной выпивкой и обдолбанностью. Немного травки и выпивки, а ты так разошлась. Дэмиан, раз ты здесь, может, тогда попробуем? Тебе ведь все равно нечего терять, а? Дэмиан, запрыгивай на кушетку. Давай. Сейчас я проведу сеанс. Это своего рода духовное очищение. Во что ты втянула меня опять? Дэмиан, ты просто ляг и расслабься. Ничего не делай, тебе не будет больно. Ясно? Обещаю. Так. Для твоей безопасности и моей мы тебя привяжем, ладно? Чтобы провести этот обряд, мне будет нужно твое разрешение. Хорошо? Итак, когда я спрошу, ты должен будешь назвать свое имя и дать мне разрешение. Ясно? Хорошо. А для чего? Дэмиан. Дэмиан. Ты дашь мне разрешение очистить тебя сегодня? Я, Дэмиан Маккарти, даю разрешение на очищение. Прекрасно. Это будет недолго. Когда я спрошу, чье это тело, ты отвечай, это Дэмиана тело. Понял? Думаю, у меня получится. Еще. Небольшой, но кажется мощнее, чем должен быть. Вот что она сказала. Я вижу тебя. Держите его. Чье это тело?
Чье это тело? Чье это тело? Во имя Иисуса Христа. Чье это тело? Хелен, спрашивайте его, чье это тело? Давайте. Что происходит? Старый хрен. Есть запасные лезвия? Нет. Точно. Твоя жена шлюха использовала все. Пошел ты! Не трогай мою жену, ублюдок! Хелен, ко мне, быстрее! Что делать? Что мне делать? Держите ему руки! Помогите! Джейкоб! 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 Джейкоб, приди в себя! Приди в себя! Дэмиан, скажи мне, чье вот это тело? Отпусти меня, сука! Ух ты! Не смей со мной так разговаривать! Хелен, поймите, это не он, это демон! Хелен, посмотрите на меня! Вы должны ему помочь! Помогите мужу! Прости меня, дорогой! Скажи мне, чье это тело? Дэмиан, ты должен бороться! Пошел ты! Эй! Не будь кретином! Стань мужчиной, за которого я вышла замуж! Чье это тело? Лучше отвечай мне, Дэмиан! Стивен Маккарти! Это мое тело. Это Дэмиана тело. Нормально. Простите. Я прям не знаю, что случилось. Все хорошо. Можете идти. О, милый, как ты? Как ты себя чувствуешь? Сонный. Будто только что проснулся. Дэмиан, сейчас надо сесть. Раз, два, три, сел. Так, хорошо. Теперь слезай. Давай. Сюда, ты молодец. Вот так. Выходите, ему нужно подышать. До встречи. Пока. Господи Иисусе, какое ты безумие! Этот демон не должен вызывать трудности. Все должно было пройти быстро и гладко. Я никогда не имел дела с чем-то подобным. Никогда! Все в порядке, ты человек. Понимаешь? Да. Я должен избавиться от этого. Странное чувство. В груди давит. Да, да. В голове пульсирует. Пойдем. Создатель, прошу, возьми этого мастера экзорцизма, сосуд, и своей божественной идеальной властью и величием полностью очисти его. Спасители света! Это мое тело! Я имею власть над своей душой! Творец завершает очищение до полной моей чистоты. Благодарю.
повезло. Привет. Это оздоровительный центр Чендлера? Слава богу. Эй, найди Джейкоба. Это жена того чумного, который был утром. Да, сейчас. Джейкоб, там жена да, того Джейкоб безумца, здесь. Который был утром. Передаю ему трубку. Привет, Нэнси. Это Джейкоб Чендлер. Джейкоб, как хорошо, что я наконец вас застала. Чем я могу помочь? Мой муж Мартин, он правда борется, но я не знаю, что делать. Помните семью Ларсонов? Там была резня несколько месяцев назад. Муж, одержимый дьяволом, убил жену и детей и покончил с собой. Да, конечно, помню. Это была ужасная, страшная трагедия. Мы живем сейчас в их доме. Послушайте, здесь явно что-то не так. Мне действительно нужна помощь. Простите, если он был груб, хотя он совсем не такой. Я просто не знаю, что делать. Да, да, не волнуйтесь. Жаль, что я его упустил. А когда вы смогли бы вернуться в клинику? Ой, боюсь, мы не сможем добраться туда скоро. Вы не могли бы приехать к нам? Ваш дом? Пожалуйста, Джейкоб. Он что, едет? Прошу, Джейкоб, вы должны приехать к нам. Конечно. Я приеду к вам. Спасибо. Спасибо большое. Он едет, Мартин. Он приедет к нам. Назовите адрес. 1528 Слейтер Роуд. 1528 Слейтер Роуд. Вот что, я приеду завтра, видимо, после обеда. Если что-то случится за это время, пожалуйста, звоните мне. Ладно? Спасибо. Большое вам спасибо. Да, да, все, пока. Пока. Что ты ешь? Эй, ты что творишь? Знаешь, сколько времени? Дини? Дени, что ты тут делаешь? Что за черт? Ты чего? Прямо пролетели по воздуху, буквально летели.
А я все сняла на камеру. Что ты делаешь? Эй, скажи мне. Я тоже тебя люблю. Смерть рядом. Ты о чем? Что это значит? Какого черта вы здесь делаете? Что? Алло. Кто-нибудь объяснит мне, зачем мы встали в такую рань? Джейкоб? Это было здесь. Что было? Надпись «Кровью и ты». Надпись на стене была «Смерть здесь». Да. Да, хорошо, я буду. Атали! Мне надо ехать. Джейкоб сказал срочно. Что такое? Парень, о котором я говорил, Мартин, слетел с катушек. Такого я еще не слышал. Мне пора. Я еду с тобой. Я тоже еду. Только заскочим в клинику, я возьму Библию. А, прости, я не знаю, кто такой Мартин и зачем тебе Библия, но мне страшно хочется поехать. Да, 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 ты можешь ехать, все могут, быстро. Понял. Спасибо, что приехал, друг. С подкреплением? Да, все произошло так быстро, вот они и заскочили в машину. Рад видеть. Я тоже. А, это ты, милая. Привет, Джейкоб. Привет, Джейкоб, как дела? Пока нормально. Слушай, хотел сказать тебе насчет камеры. Миссис Филлипс вряд ли разрешит ее включать, так что лучше сразу выключи. О, господи, не проблема. Вы не похожи на проповедника. Я не проповедник, но классный собеседник. А, Лиам, знакомься, это Нэнси. Нэнси, это мой племянник и помощник, Лиам. Привет. И его девушка Атали. Атали может нам помочь, она умеет общаться с демонами, как и Джейкоб. Вы тоже их видите? К сожалению, да. О, это Надин и Орайан. Надин у нас что-то вроде документалиста. Нэнси, вы не станете возражать, если я буду снимать фильм с Атали? Будет прекрасно. Хорошо, я мешать не буду. Все нормально. А, есть у кого-то проблемы с темнотой? Лиам, твои друзья знают, что здесь творится? Да, да, я рассказал по пути. Хорошо, скажу прямо. Мы здесь для того, чтобы очистить Мартина от зла, которое его одолевает. Несколько часов назад он сам попросил Нэнси связать его. Простите, как я понимаю, ваш муженек одержим дьяволом, и вы держите его прикованным в доме? Понимаю, это звучит ужасно, но поверьте, я месяцами думала, что схожу с ума. Но когда вы войдете в дом и увидите Мартина, то все поймете. Честно, я не уверен, что здесь будет безопасно для всех вас, и если кто-то хочет уйти, решите сейчас, пока можно это сделать. Вам не страшно? Да, немного, но сила добра на моей стороне, так что войдем в дом и посмотрим, с чем столкнемся. Вы вроде сказали, Мартин прикован. Да. А кто тогда там? Не вижу. И я нет. Он ушел, но там явно кто-то есть. К черту, Лем, я уезжаю. Дай мне ключи. Вот, держи. Езжай домой. Я позвоню, как все закончится, приедешь, заберешь нас. Ну нахрен, езжайте с Джейкобом или на такси. Да. Ладно, все в порядке, но рекордер из машины не забудь забрать. Ладно. А, ну что, все готовы? Тогда пойдемте.
дерьмо! Там что-то... Там что-то было. Оно на меня рычало. А где мой рекордер? Должно быть, обронил. Потом найдем. Что за хрень там была? Все, я линяю. Тут повсюду монстры. Какого еще черта дверь не открывается? Я же в нее входил. Заклинило, Лем. И это тоже не открывается. Джейкоб? Это тоже застряло. Что делать? Шутишь? Раньше такое было? Нет, никогда. Нас заперли? Не знаю, такого не было. Детка, дай телефон, я забыл свой у тебя. Мне нужен фонарик. Нет, он же в машине. Ах, возьми мой. Только, пожалуйста, не урони его. А, спасибо. Вуаля. Надин и Орайан, вы оставайтесь здесь. А остальные пойдемте со мной, проверим Мартина. А то он испугается такого большого количества людей. Ясно. Если будем нужны, зовите, ладно? Конечно. Хорошо. Детка, мне нужен не просто телефон с фонариком. Ребята, там есть еще один фонарик на кухне внизу. Можете его взять. Внизу. Какая комната? Там, в конце. Запах, как будто кто-то сдох. Да, да. Это зловоние демонов. Должна сказать, что Мартин не в себе. Ему становится все хуже. Прошлой ночью он кричал, ругался на меня, говорил, что это моя вина. И в какой-то момент просто сошел с ума. Вы должны помнить, это не Мартин, а демон. Они лгут, стараются вывести из равновесия. Они питаются страхом и страданием. Там что-то на полу. А Мартин еще связан? Да. Мартин просил закрыть его. Вы оставайтесь здесь, а я пойду проверю. Эй, Мартин, как дела? Мы пришли. Все будет хорошо. Мы тебе поможем. Нет, нет, не надо, ты оставайся там, да.
Не заходи внутрь круга! Нельзя заходить внутрь круга! Почему? А что будет? Я не знаю, но я говорю, что не будет ничего хорошего. Не вздумайте входить в этот чертов круг. Нэнси, что здесь за чертовщина? Понятия не имею. Клянусь, я не знаю. Я не входила сюда. Мартин не разрешал. Здесь призывали поистине злых духов. Тут самое настоящее проклятое место. Тут! Стойте, дай мне фонарик. Зачем? Дай фонарик. Что ты видишь? Погоди. Ты что-то видишь, Атали? Да, за спиной Мартина. Вижу его. Я не вижу. Точно. Какой он? Он как тень или дым. Атали, ты где? Слышишь меня? Атали! Скажи, ответь мне, Атали, ты в порядке? Да, откройте дверь, выпустите меня! Скорее! Откройте! Откройте дверь! Неси ключи от кладовки! Они у Мартина наверху! Наверх, Джейкоб, наверх! Здесь кто-то есть! Скорее, открой! Нашел! Открой, держи! Нашли ключи! Держись! Ради бога, дай мне! Детка, мне правда надо выбраться отсюда. Мне нравится твоя кожа. Есть! Ублюдок, демон был там! Закрой дверь! Кто ты, демон? Отвечай мне! Демон, как твое имя? Оставь его, демон. Вот черт! Да, точно. Куда он делся? Он вернется. Он связан с Мартином. Нэнси, ты должна остановить это. Прошу, помоги мне. Иду. Нет, нет, Нэнси, только не в круг! Я должна ему помочь, он мой муж! Боже! Вы двое со мной! Все хорошо. Все хорошо. Вы сталкивались с таким раньше? Нет, никогда. Ты уверена, что в порядке? Да, нормально. Я просто очень испугалась. Возьми это. Святая вода? Да. Мы никогда не использовали святую воду раньше. Эта вода не из скважины? Нет. Так. Мы вляпались по самые уши с подобным демоном. Мне не доводилось иметь дело. То, что случилось с тобой, Атали, проявилась мощная демоническая активность. И не забывайте, что мы видели еще и демона-солдата. Что за демон-солдат? Демоны-солдаты существуют вне тела. По сути, это неодержимость. Они могут контролировать и влиять на человека, но не обладать им. Они выполняют грязную работу для могущественных демонов. В прежних обрядах очищения я не встречался с таким мощным демоном, чтобы у него был солдат. Это не просто очищение, это полнейший гребаный экзорцизм. Настоящая встреча с адом. Вы же видели там пол, да? Предыдущие владельцы дома были чертовыми поклонниками сатаны. И в той комнате они пытались его призвать. Призвать кого?
Ну, судя по символам, Акаманаха. Хозяин убил свою семью, покончил с собой, и этой мощной кровавой жертвы, видимо, оказалось достаточно, чтобы призвать его. Да, но меня смущает, зачем нужны были все эти сложности с убийством всей семьи и самоубийством? В этом нет никакого смысла. И почему Акаманах все еще здесь? Почему он не ушел? Почему он в той комнате? Черт возьми, откуда я знаю? Может, этот сошедший с ума исполнил только половину ритуала? Этого хватило лишь на то, чтобы вызвать Акаманаха на поверхность. Но он убил себя, и это не позволило демону выйти в мир. А какой он Акаманах? Может, я его видела в кладовке? Не знаю, видела ли ты Акаманаха, но могу только сказать, что он один из самых сильных демонов. Акаманах – третий демон, рожденный от 9 сыновей сатаны. Он жесток, силен и одержим абсолютной властью. И если он – то, что сейчас внутри Мартина, то… это конец. Но вы можете помочь им. Хотя вы не проводили полный обряд экзорцизма, но вы могли бы. Это просто еще один демон. Да, Атали, ты права. По сути, это просто еще один демон. Очень сильный, гребаный демон. Ну да, просто еще один. Итак, принцип очищения такой же, да. Мартин должен дать нам разрешение на обряд. Но нам известно имя демона. И это дает нам силу над ним. Предположительно, это Акаманах. Да, мы запустим тяжелую артиллерию. Нашла. О, да. Вот. Давай. Клянусь, кто-то прошел мимо камеры. Детка, хватит меня пугать. Я серьезно. Не разыгрывай. Дверца шкафа. Эй. Помоги. Дай сюда. Дай, скорее. Включай. Все, валим отсюда. Я хочу домой. Да что с этим гребаным фонариком? Пожалуйста, не говори, что у меня что-то за спиной. Ситуация сложнее. Насколько? Ну, во-первых, тела, летающие по комнате, это явный признак того, что здесь имеется мощная энергия. И вот это... Звезда. Не просто звезда. Это пентаграмма. Видите эти символы из языка гуджарати? Они используются в авестийском алфавите. Что они означают? Написано по-арабски. Вот откуда этот демон. Ак-а-ман-ах. Это имя демона, Акаманах. Судя по этой пентаграмме и этим символам, прежние хозяева дома пытались вызвать этого демона. Но если его призывали те поклонники сатаны, то почему он все еще в моем доме? И что ему от нас надо? Это лишь моя теория. Думаю, что они пытались вызвать этого демона четвертым, но не закончили ритуал. А это... значит, что он еще не был выпущен и заперт в этой комнате. В пентаграмме. Верно. Поэтому, когда Мартин затеял ремонт и обнаружил пентаграмму, я полагаю, тогда-то Акаманах и завладел им. Но...
Как ни странно, есть и хорошая новость для вас. Потому что, если Акаманах перейдет из Мартина в меня, я смогу отправить его назад в ад. Что будет, если он освободится? Ничего хорошего из этого не выйдет. Депрессия и тревога будут нарастать, а число самоубийств... насилий... убийств и тяжких преступлений увеличиваться. Мы сделаем так. Отправим этого ублюдка назад в ад. И это наш единственный гребаный вариант. Динни, что случилось? Где Арайн? Чья это кровь? Надин, посмотри на меня. Посмотри, дыши. Где Арайн? Я не знаю, что произошло. На кухне было темно, я в какой-то момент отключилась. А когда очнулась, он лежал на полу без сознания. Я не знаю. Ати, ты куда? Искать Арайна, его нельзя оставлять. Беги с ней. Эй, Библию, возьми Библию. Арайн, что ты делаешь? Арайн! Что ты видишь? Черт, дело плохо. Арайн! Посмотри на меня. Будь осторожна. Я реально его вижу! Что нам делать? Дай стул! Все хорошо. Что-то мне не очень. Эй, ничего, старик, ты просто немного переел. Что случилось? Где ты был так долго? Не знаю. Видно, он прыгнул в Арайну, чтобы перекусить. Детка, а ты, похоже, набираешь силу. Только не говори, что я ел эту дрянь. Черт, Джейкоб и Надин! Джейкоб! Отпусти его, тварь! Нэнси, смотри на меня. Отойди от нее! Оставь ее, ублюдок! Стой! Стой же! Прочь, демон, отпусти его! Отойди от нее! Борис, Джейкоб, ты должен победить демона! Назови свое имя! Назови имя! Джейкоб, Борис! Отойди! Нэнси, посмотри на меня. Я тебе помогу. Джейкоб, ты можешь? Пожалуйста, скажи свое имя! Джейкоб! Атали! Атали, освободи меня! Бога ради, освободите меня! Что? Thank you.
прикину криков Масаити Яэкун. Нет, еще посмотрим. Смогу, я услышал тебя. Давай, скажи мне свое имя. Черт, освободите меня кто-нибудь уже. Смерть здесь. Смерть пришла за всеми вами. Эмльмаутхуна. Эмльмаутхуна лякам жемьяна. Развяжите, больше с ним ничего не случится. Уверен? Да, да, уверен. Давай, давай. Освободите меня. Я люблю тебя очень, Мартин. Пожалуйста, помоги мне. Нэнси, давай, что? Борис. Стой, не надо. Я порву твою гребаную душу на части. Ни за что. Сучка распоясалась? Арай, сделай что-нибудь. Убери руки от меня, сука! Помоги! Держи ее! Нет, не отпускайте ее! Иже Иси на небесах. Акаманах! Акаманах? Кто этот гребаный Акаманах? Покинь ее тело сейчас же! Бога здесь нет, ублюдок! Он тебе не поможет! Стой нам долго ношу! Якоже и мы Бога оставляем должником нашим! Говори! Я Нэнси! Жалкие ублюдки, не знайте, с кем имеете дело! Нэнси, дай им дозволение! Ты! Да, ты! Ты для нее слабак, не способен удовлетворить ее желания. Дай мне разрешение! Пошел! Пошел ты! Пошел сам, Акамана! Не отпускай ее! Ее нельзя отпускать. Знаете, нам лучше отнести ее в какое-то безопасное место. Давайте осторожно отнесем ее. Да, вот так. Адали, приходи.
Она улыбается мне? Прокол! Держи! Лем, держи ее! Связывай! Связывай ей руки! Крепи на руку! Держите! Убери от меня свои руки, жалкий лузер! Ноги! Свяжите ей ноги! Сейчас! Ты любишь жестко, мальчик! Держи ноги! Связывай скорей! Связывай! Назад! Всем выйти из пентаграммы! Мартин, покинь пентаграмму! Лем, Библию и святую воду. Да. Атали, твое время пришло. Когда я подам сигнал, ты войдешь в круг и возложишь руки на Нэнси. Только посмей, сука. Скажите мне, когда? Нэнси, дай мне разрешение! Нэнси, дай мне разрешение! Я, Нэнси Филлипс, даю разрешение очистить меня. Она его не даст! Атали, помоги мне! Лем, дай ей святую воду. Атали. Мартин, если знаешь Отче наш, тогда молись. Отче наш. Акаманах! Акаманах, покинь эту женщину! Приказываю покинуть ее! Акамана! Акамана! Акокмодо Вессел! Изыди! Акамана! Покинь сосуд честь! Изыди! Да придет царь! Она! Амуфсаил! Она книги взим! Она сидел дома! Господи! Давай, борись, Нэнси! Ее нет! Я съел ее душу! Нэнси! Мамочка занята, ангелок! Я знаю, ты там. Скажи свое имя, Нэнси! Пошел ты! Плетись! Легион Архангела Михаила! Призываю! Воины света, придите ко мне! Да приумножится наша сила силой ангельской! Придите ко мне и пошлите этого демона на солнце огненное! Да гореть ему там вечно! Да будут силы демона изъяты! Да будет он отправлен в ад! Ищите! Оставь ее! Oh.
Слава богу! Мартин! Джейкоб, ты в порядке? Джейкоб! Не подходи! Лем, мне надо выйти! Надо выйти! Все оставайтесь здесь и следите за Нэнси! Прошу, возьми этого мастера экзорцизма, сосуд и своей божественной идеальной властью и величием полностью очисть его. А я сам из света, и вот тебе мое тело. Я имею власть над своей душой. Творец силой своей. Очисть меня до конца! Благодарю! Что-то не то. Что-то не так. Не сработало. Что не сработало? О чем ты? Да. Тебя в недра земли! Я изгнал тебя! Все в таком ступоре. Что произошло? Я занимаюсь очищением уже 20 лет, и такого не должно было случиться. Я выпустил джина из бутылки! Он использовал нас. Мерзкая тварь использовала каждого из нас. Конечно. Хотел, чтобы Джейкоб вытащил его. Выходит, мы закончили ритуал для него? Выходит, что так. И что теперь будет? Это значит, я его выпустил. Я не знаю, почему я не смог стереть его с лица земли. Может, вы были не столь сильны? Может, нам стоило взяться за руки или... Я должен его найти. Нет, босс. Мы должны найти его. Мы должны найти его и отправить его в ад. Вместе. Спустя полгода.
Молодцы, ребята. Еще одно успешное очищение. У нас получилась классная команда. Хотя это опять не о Каманах. Да найдем его. Чувак, хватит. Перестань предлагать клиентам бежать к свету. Это же не полтергейст. А что? Ну, сработало же с Акаманахом. Это правда. Когда я сказал, Акаманах вышел из Нэнси. Да. Именно. И мне всякий раз стыдно. Погоди. Да, Сав, что там? Да, это интересно. Скинь мне адрес. Спасибо. Еще вызов? Сав говорит, какой-то странный. Сейчас скинет адрес. А Каманах тоже странный. Не знаю, звучит стрёмно. Давай найдем эту тварь и отправим в ад. Дублирован компанией Pride Production по заказу компании «Кинологистика» в 2022 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбальченко. Звукорежиссер Михаил Дручинин. Перевод Ольги Котовой. Редактор Анатолий Сергеев. Роли дублировали Владимир Рыбальченко, Егор Жирнов, Алия Насырова, Степан Литковский, Дина Бобылева, Иван Породнов, Полина Артищева, Марина Гасан. Не хочешь выходить? Чье это тело? Не хочешь, да? Все равно выйдешь. Так тебе.
Sorry.